Утро доброе, ребят. Как ваши дела? У нас все хорошо. Мы с утра с детьми вышли гулять в парк. У нас такая прекрасная погода. Солнышко есть, и жарко, и ветер прохладненький. Сейчас Машку покажу. Вот Машка скатывается тут. Алёшка там. Где он? Вот там катается. Тут. Вот он. Так, спонтанно решила выйти с детьми, нечего было делать, с утра встаешь, одно и то же, уборка, готовка, и решила ничего не делать, просто постели заправили, умылись, оделись и вышли, все. Такое сегодня настроение, ничего не хочется делать, хочется просто выйти, погулять, посидеть на свежем воздухе, плюс такая погода приятная, что можно сидеть. Резо тоже пошел с своим братом в гараж, там что-то они делают, или то дом, кажется, пошли мусор выбрасывать, в общем, не знаю. С утра они тоже пошли по своим делам. Я тоже думала, чем так сидеть, дети будут опять в телевизоре, в планшетах. Лучше пойти на свежий воздух. Ничего, один день ничего не приготовлю с утра, потом что-нибудь поедим. Думаю, ничего страшного в этом нету. Хорошо на улице? Угу. Тебе не прохладно? Нет, хорошо. Угу. А ну свой лак покажи. Покажи по цвету твоего этого самоката, этой резиночки. Вот и Лёшка пришел. Ты что не катаешься? Живи дырогласс. Где? Сейчас закрыто, мам. Эти магазинчики маленькие, они закрыты пока. Это днем, вечером откроется, не днем, а вечером. Мы на вечером пойдем. Посмотрим. Может быть, папа попросит, с папой вместе пойдем, да? Угу. Я пойду. Смотрите, какое красивое небо, облака. Я бы с удовольствием сейчас вот на этой траве полежала бы, но не здесь. А с другой стороны парка, в ту сторону, есть лужайка там. И с удовольствием полежала. Мы на острове. Все, ребят, мы уже выходим из парка. Так я люблю вот этот вид. И вот тот вид. Так красиво. Все зеленое, это речка. Я учусь в школе. В школе. А я чуть велосипедистов не сделала. Не сбила? Смотри, назад, когда кто-то идет. Так, что? Водоросли. А ну я попробую кому. Зачем? Вот. На мои волосы. Мама, как ужастик. Мам, не обращайте внимания на мой вид, пожалуйста. Инчка, это что значит на грузинском? Это на грузинском ничего не значит. Это не грузинские слова, мам. Что это? Я не знаю. Однажды Инчка. А ну сделай еще раз, смотри. Сделай еще раз. Не та. Мари, она вот специально так делает так. Мари, вот так. В общем, дети от свежего воздуха. Этот, устали, переутомились, без настроения. Голодные, да? Вы голодные? Сейчас мы пойдем. Резо нас ждет.
И, наверное, где-нибудь покушаем. Потому что не хочу вообще домой идти, если честно. Показывай. Может, разгон надо брать? О-ла-ла. Ничего, нормально получилось. Пошли, пошли. Вот на этой лужайке я говорила. Вот здесь я с удовольствием полежала бы по дереву. Смотрите, какая хорошая тень. Одеяльцы. И поспать. Но поспать вряд ли бы я поспала, потому что с насекомыми летают, прыгают. Я боюсь таких вещей. Я этот парк уже 100 раз, наверное, снимала, но никогда не устаю его снимать, потому что каждое время года он по-разному выглядит, а летом особенно очень красиво, так как здесь много деревьев, все зеленое, так приятно. А? Что? Мам. Тебе что самое главное, еда или вода? Или напиток? Еда. Ребят, в общем, мы после вода парка. Мы после парка поехали за Резо. Там же в Макдональдс зашли, покушали. Угу. Пришли домой. Угу. Я чуть-чуть позанималась, дети тут поигрались. Угу. Сейчас едем за мамой, привезти ее с работы домой. Угу. И потом пойдем родителям чуть-чуть. Угу. И покатаемся мы. Да, они там во двор выйдут, чуть-чуть посидим. Что забыл? Я обещал, что я что-то сниму. Я хотел 3 видео снять, но не смог. Не смог? Почему? Ты такой занятой человек. Нет, просто я уже забыл, а время уже это не было. Ничего, завтра еще есть время. Ничего, впереди, по-моему, время есть. И потом вернемся домой. Я продолжу занятия. Мне еще 1,5 часа надо просидеть. Я сегодня очень переутомлена, потому что вчера я очень поздно легла спать, не выспалась. Почему вроде бы я до 10 спала, но как-то не выспалась. И хочется еще больше спать. Я сейчас на месте чуть не уснула. Я тебя видел, я тебя почти катал и сразу не добью. Ну да, я же не заснула, я просто глаза закрыла, потому что мне очень сильно глаза горели. Я облизала этот мячик. Эй, губой. Ребят, напишите комментарии, как вообще... Какой вам это экип Духу нравится? Какая футбольная команда нравится? Да. Марсей? Или как говорится? Марсей? Как говорится? А? Марсей, Марсель. А? Марсель, да? На русском Марсель говорится. Марсей не говорится. Марсел? Марсейл. Марсейл на английском. А как? Марсель. Ну вы поняли, или Пежи. Париж это французская? Да, Париж. Париж. Напишите комментарии, какой вам нравится. Может, им вообще французская команда не нравится? Может быть, другая команда. Я вообще на всех экипах. Ну ты скажи на русском. Они поймут, не переживай. Какая футбольная команда вам нравится? Он имеет в виду. Не, мне нравится. Вообще, во всех у меня этот Ювентус. Ювентус? Ювентус. Это какой страны? Супер. Если тебе нравится команда, ты не знаешь, с какой страны она? Понятие. Я просто ее этот... Название или? Италия. Италия. Да? Да. Итальянская. Я не знаю, я не понимаю это. Команда футбольная, я не знаю. Команда итальянская. Там давно Рональду был, но
другой командой же. Да, да, ну. В этой команде. А сейчас он другой. Какой? А, как Реал Мадрид. Барселона? Такой же этот. Такая же, не видишь Реал Мадрид? Ну ты не знаешь. Есть. Там, короче, как медалька. И корона на Барселона? Да. Барселона? Какой Барселон? Ты хоть знаешь, как оно выглядит? Вот так. Реал Мадрид. Манчестер. Какой Манчестер Сити? Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Ты знаешь, что это? Нет. Это сам клуб. Сам Лосиан клуб. Так. Должна карту взять дедушке на эту медицинскую. У нас уже 11 час ночи, дети уже спят, Рыжий тоже пошел спать, Тыч тоже уже спит почти. Я успела сейчас тоже приготовить еду на завтра, избавилась, потому что завтра хочу с утра пойти с детьми в парк, наверное, Рыжий тоже на нас придет. Решила, пока мы не уедем, каждое утро вставать рано, идти с детьми гулять на свежем воздухе, потом уже заниматься своими делами, чтобы целый день дома не сидеть. И детям хорошо, и мне хорошо. Успела позаниматься тоже. Свои 3,5 часа я сегодня сделала. Я вчера, да, что сейчас могу пойти раньше лечь спать. И завтра, чтобы нормально смогла проснуться, выспавшись. И рано. Поэтому нужно на этом закончить свой влог. Всем желаю спокойной ночи. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, и на этот, и на новый. И, конечно же, пишите комментарии, если есть какие-нибудь вопросы, пишите обязательно, постараюсь вам отвечать. Также не забывайте про электронную почту, куда можете писать свои истории, присылать, вернее. И всем пока, ребята!